В Екатеринбурге в половине 9 часа вечера на улице не по сезону 8 марта, неподалеку от перекрестка с Малышева, в замесе сошлись два байкера – вело и мото. Увенчалось неожиданное рандеву переломом пальца. Декорация такая. Один байкер, тот, который мото, катился в формате HD, то есть на байке Harley Davidson, по 8 марта от Радищева в сторону центра. Параллельным курсом по тротуару катилась стайка юных велосипедистов, проветривающих мозг после заунывной дистанционки. Время от времени они выкатывались на проезжую часть и возвращались обратно на тротуар. Драма переломного характера случилась в тот момент, когда 15-летний пацан на байке BMX выскочил на дорогу ровно под Харлея. По версии пацана, у него якобы на ровном месте сломалось колесо, и его вот прям вот выбросило на проезжую часть. По мнению же более взрослого мотоциклиста, пацан совершил трюк, перепрыгнул через бетонную тумбу и оказался на трассе. По счастью, встреча двух колесах обошлась без трагедий. 15-летнего велосипедиста увезли в детскую клинику, где врачи ему надиагностировали, прикиньте, перелом ногтевой фаланги, то есть самый-самый кончик пальца на правой руке. Медики пацана обработали, да и отпустили домой зализывать рану в самоизоляции. А гаишник потом еще долго ходил по тротуару с колесом на палке и размышлял на философскую тему. Да как же так может колесо сломаться на ровном месте?